Эти люди пытаются построить башню до небес? Интересно, что сделает Бог? Башня строится быстрее, чем мы думали. Люди налепили кирпичи собственными руками. Это достижение объединит наш народ и не позволит людям рассеяться по лицу всей земли. И всякий, кто придет в землю Синаар, падет на колени в страхе перед тем, чего мы достигли. Каждый, кто увидит башню, признает наше величие. Мы можем все! И это значит, что теперь для нас нет ничего невозможного. Народ один, и один у всех язык. И вот что они делают. И ничто не заставит их отказаться от того, что задумали. Что происходит? Не стоит обращать внимания. Эта башня выдержит любую бурю. Соберите все чертежи и быстро вниз. Похоже, будет сильная буря. Надо бы и нам где-нибудь укрыться. Быстрее! Сейчас начнется буря! Быстрее! Итак, сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. Надо укрыться! Ребята, сюда! Мы за тобой! Надо перенести чертежи башни в безопасное место. Бегите с ними! Беги на накрытый шкафалу! Buenos días, good morning, guten tag! Дома ригато, гачаймашта! Это ускорило сканирование системы! Спасибо! И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И перестали они строить город. Посему дано ему имя Вавилон. Ибо там смешал Господь язык всей земли. Знаешь о том, что существует бесплатное мобильное приложение «Библия от Суперкниги»?
В нем я приготовил для тебя много всяких интересностей. Игры, викторины, знакомство с библейскими персонажами, интерактивную Библию и, конечно же, мультфильмы «Суперкнига». Скачивай и отправляйся в суперпутешествие с «Суперкнигой».